22 карагандинских студента успешно закончили курсы госслужбы. Пока подводят итоги 5-го сезона школы государственной службы, полным ходом идет набор новых претендентов для участия в проекте. Все подробности у Алины Акбаевой. В школе государственной службы уже 5 лет. Проект предоставляет шанс молодым лидерам приобрести практические навыки работы на госслужбе. У потенциальных чиновников есть возможность пройти практику в государственных учреждениях. Эта работа построена так. Мы сейчас в октябре месяце объявимся, что мы следующий сезон, учебный сезон открываем. Успешно эта школа действует в Карагандинской области уже на протяжении 5 лет. Эту школу прошли, по нашим данным, около 150 студентов, многие из которых после окончания высших учебных заведений трудоустроились в системе государственной службы и успешно работают на сегодняшний день. Критерии отбора конкурса предельно просты. В нем могут принимать участие студенты старших курсов и магистранты любого вуза города. От них требуется эссе и знание 8 государственных законов. Обучение в школе будет бесплатным и во внеурочное время. Как отметили организаторы, развитие государственной школы Карагандинской области стало самым успешным во всем Казахстане. Прежде всего, современный государственный служащий – это патриот своей страны, профессиональный человек. Это человек, который именно призван служить обществу. В процессе обучения мы выявляем наиболее талантливых, наиболее активных среди стажеров и рекомендуем затем уже при проведении стажировки в государственных органах на них обратить особое внимание уже на практике работы. В этом году в состав отборочной комиссии проекта войдут депутаты, партийцы, общественники и журналисты. Отметим, что в этом сезоне 22 студента уже прошли успешно стажировку, получили дипломы школы государственной службы. Алина Акбаева, Карат Рашитов, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский.